Hello there! Всем привет! Продолжаем смотреть «Звездные войны», «Войны клонов». Пятая серия. Закончилась предыдущая история про бракованную партию, незаконченное дело и так далее. Сейчас уже новые какие-то эпизоды будут. Я так понял, 4 сейчас будут про, ну, с Асокой и еще какие-то 4. Не знаю. Что хотел сказать, вы видели, какие анонсы, что нас ждет? Вау, я когда увидел, я просто охренел. Сначала я увидел то, что будет фильм от Тайки Вайтити, и это очень круто, один из эпизодов Мандалорца он снял. Вот, потом сериал про Оби-Вана Кеноби, это было уже в принципе известно, но самая бомбическая новость, то что там появится Дарт Вейдер. Причем в исполнении этого Кристенсена. Охренеть. Я вот говорю, у меня мурашки по коже. Просто я уже начал представлять, как все это там произойдет. Че кого. Ох, это будет круто. Очень надеюсь, то, что он появится там не в одном эпизоде, а ну, у него будет нормальная роль. Что... Он будет злодей. Ну, как Мандалорцы, вот Мофф Гидеон и Мандалорец. И вот точно так же. Он там в нескольких эпизодах, я надеюсь, засветится. И сериал про Асока Тана. Охренеть. Очень круто. Как бы я был рад, то, что она здесь появилась. Ее здесь мало, конечно. Но если будет сериал про нее, интересно вообще, в какой период времени все это будет, то это очень круто тоже. Ну, наверное, там как-то и покажут ее путь с этим. Может быть, там засветится тоже этот Гранд-Адмирал Траун. Я надеюсь, правильно назвал. Не знаю, очень круто. Ну, и еще плюс куча разных там сериалов, фильмов, короткометражек и так далее. Круто. Я надеюсь, то, что большинство выйдет в следующем году. Я точно не помню, что там по датам. Но очень-очень круто. Дисней прям взялись конкретно за «Звездные войны». И, блин, как классно быть все-таки фанатом, поклонником данной франшизы. Супер. Ладно, давайте смотреть пятый эпизод «Войны клонов». Предательство. Ученица джедая Асока Тана стала жертвой несправедливого обвинения в измене и мишенью Великой Армии Республики. Да уж, это печально. Ну, теперь у нее свой путь. Что? Что произошло? What the fuck? Ну все. Беда. Вот дурацкая железка. Только посмотри. Репульсор сгорел, компрессору конец. Разбираешься в двигателях, значит? Ты упала в одной из лучших мастерских 1313-го. Я с радостью починю его. Твое место будет там. Затаскивай обломки и устраивайся. Почему ты мне помогаешь? Понравилось? А нельзя? Вы еще поцелуетесь? Если хочешь, уходи. Да, возможно, я ошибаюсь, конечно. Бежишь от кого-то? Стой! Я не то сказала! Отдала свой с корабля. Спасибо за помощь. Сколько будет стоить? За мой счет. Джедаи начинают войны направо и налево. Лезут везде с правилами. Джедаи войну не начинали. Мартес! Твоя сестра обещала сегодня заплатить. Где она? Я разберусь. Ничего не делай. Да, привет, Пинту. Рафа говорила, что встретится с тобой. Советую оставаться на месте. Не встревай! Ай-яй-яй. Охренеть вообще. Я тут подумала. Можешь помочь. Мне кажется, вам уже пора. Скажешь Рафи, что это еще не конец. Пошли. Надо сказать Рафи о Пинту. Семейные это, да? Прически.
Ой, Грейс! Что это у тебя с лицом? У меня намечается дельце, которое нас обеспечит. В этот раз законное. А это что за чудное создание? Меня зовут Асока. Она с неба упала. Чистая правда. Свалилась прямо на площадку мастерской. Могла бы хоть предупредить меня, что не заплатишь ему. Мне нужно собрать трех дроидов. Мой деловой партнер договорился о сделке. Мой деловой партнер сказал, что вы собираете их лучше всех. Но, Трейс, повозишься с дроидами? Не забудь только установить ограничитель на те подвижные части, прежде чем их включать. Погоди-ка. Я знаю, что это за дроиды. Че, у него там программа какая-то? Хорошо, что мы поставили ограничитель. Трейс, сзади! Что происходит? Run! Что за... Сейчас не время для шуток! Куда он бежит? Круши, ломай. Вернись к Рафи и возьми его устройство слежения. Он несется на нас! Отъезжай! Покрусит? Поймала! Все, отключайте. Нельзя его пустить! Да, не так ты просто... Капец, она бесстрашная, конечно. Иди! Сюда! И сейчас... Ну, короче, под конец серии она спалит. Приветик! Падай. О, нет. Нет, 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 нет! Неплохо. Отлично, тащи! Беда, беда! Никто не спалил практически. Трейс? Я не стану разбирать этих дроидов. Как это можно обсуждать? Итак, ясно, что ты тут недавно. Да, между прочим. Не говорили про этого кота. Я взяла с Твилика двойную сумму. Ты отдала их? Не возьми я кредиты за дроидов, они бы от нас не отстали. Пойду доделаю гравицикл. Что, не задержишься? Слушай. Спасибо, что спасла меня. Не за что. Ну что, неплохая такая добрая серия. Мы оказались на нижних уровнях. Забавно, интересно было посмотреть. Клевый комбинезон, я так понял, это у Асоки. Ну, выглядит она здесь забавно. Ей прям подходит вообще. Ну, я так понял, это вводная серия. И мы еще увидимся. С этими девчонками, как обычно делают здесь в «Войнах клонов», распределяют на несколько серий историю. Классно то, что она не палится. Но все-таки... думает о своей безопасности, и та, оказывается, особо недолюбливает джедаев, я так понял. Мне, конечно, казалось то, что она в этой серии уже, ну, спалит, но все вообще по красоте сделала Асока, практически без палева, только одна девчонка спалила. Вот. Лезет не в свое дело. Ну, это, наверное, от Энакина, может, я не знаю, но реально, если у них там свои терки, свои замуты, то это их замуты. Типа, даже насчет этих дроидов, ты же только приехал, тебе тут помогают бесплатно, и ты еще что-то говоришь там. Ну, с одной стороны, правильно, конечно, но с другой стороны, все-таки им виднее, что надо и как надо, особенно той, если она заботится еще о своей сестре, чтобы раскидаться с кредитами и так далее. И это реально не ее. Ну, короче, все, вы поняли.
Вот. Ну, неплохая, неплохая серия. Надеюсь, дальше будет интереснее. Появился тут вот этот кот, кстати, прикольно. Мне писали про него в... под одной из реакций. И я так понял, еще и сова какая-то появится. Клево, клево. Будем смотреть дальше. Как вам, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.